обжарки. Вы на канале Марта АСМР. Надевайте наушники. Сегодня итинг очень вкусный, летний, осенний, может быть, баклажаны. Ну, как всегда, по-быстрому, по-шустрому, по-бырику. Как можно вкусно и как можно быстро приготовить баклажаны. Очень просто. Вкусный соус еще добавляю там
идеальное овощное блюдо. Ну, правда, сыр. Но сыр тоже легкий. Вы видели? Такой мягкий. А сверху я присыпала, ну, чтобы немножко поджарить российским сыром обычным. У меня его мало было. В общем, что нашлось в холодильнике, то и пошло. Очень сытно. Знаете, я не знаю, к чему такое можно подать. К мясу, к картошке. Они сами по себе очень сытные. Она меня удаляет. Интересно, как? Иди удались сама. Цен это какая-то сторона непуганых. Написать.
Кстати, я когда вытащила, я сразу один съела горячий. Скажу вам, холодный вкуснее. Не знаю почему. Я не разделяю твоего мнения насчет украинского.
украинцев и про русских, и вот это вот все. Да потому что украинцы — это мы же есть русские. Русские — это есть украинцы, а украинцы — это есть русские. Ребят, ну это история, это против нее не попрешь. Ну вот да. Да, сейчас есть государство Украина, я уважаю его. Украинцев, моя мама украинка, там, я украинка наполовину. Я против украинцев ничего не имею против. Но когда мне такие глупости говорят, знаете, свеклу и капусту варили испокон веку на Руси. На Руси. Вот. А Украина? Ну, вы хоть что мне говорите, но Украина — это после. После было все. Спасибо тебе. Всегда так тепло пишет. Как будто
сначала нам. Это всем, по-моему, раздали ваучеры, да? Всем. А вот как, куда эти ваучеры потом делись, я так и не поняла. У меня какие-то картинки остались, ну какие-то. В общем, тогда в этом городишке, где я жила, приехали какие-то ловкачи, или как они называются, ну я не знаю. Ну, люди, которые, наверное, во власти тогда сидели в Ельцинской. Приближенные или как нужно. И они по всей стране ездили и скупали эти наши ваучеры за бесценок. Я не помню, сколько мы тогда получили, ну что-то какие-то копейки, и нам выдавали, типа мы вступили в какое-то там, чего-то там, акционерное какое-то, чего-то общество. Ясно, понятно, что потом все это сгорело, потому что они-то собирали эти пакеты, и потом с этими пакетами они там выкупали реальные акции каких-то реальных предприятий. Ну, я не знаю, как это механизм работает. Ровно нифига. Ну, то есть, фиги-то оставались, а больше ничего, кроме этого. Вот я сейчас подумала, да, вот эту вот адскую приватизацию всех предприятий в стране провели. Какие-то предприятия пошли под нож, ну, то есть, металл и вот это вот все, чтобы быстро-быстро-быстро обогатиться. А какие-то... Ну, в общем, вы видели, ваши бабушки и дедушки могут вам рассказать, куда все пошло. Пирамиды.
На.